немножко подойдет. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы семейная пара из Воронежа. Людмила. И Владимир Алексеевы. 29 ноября будет 18 лет, как мы сотрудничаем с компанией «Орифлейм». Я так думаю, что это лучшие годы нашей жизни. И мы работали. И, собственно говоря, первые 5 лет мы особенно напрягались и активно работали. И за 5 лет мы стали сапфировыми директорами. Далее мы просто поддерживали свой бизнес, новые группы растили, но, в общем-то, не вырастили. И поэтому на ступеньке сапфирового директора так и остановились. И в 2011 году мы решили отдохнуть. Расскажи дальше. Мы отдыхали 5 лет. Ну, практически чуть-чуть так поддерживали. И вот за это время, пока мы отдыхали, компания нам сколько выплатила? 7,5 миллионов рублей было начислено на наш расчетный счет. Это значит в среднем 1,5 миллиона в год. Ну, хорошая, я думаю, добавка к нашей пенсии в 11 тысяч рублей. И вот сейчас, через 5 лет, мы снова вернулись в «Орифлейм» и обнаружили, что «Орифлейм» совершенно другой. Уже нет того «Орифлейма», что был, что сегодня совершенно новые технологии, онлайн-работа. Ну, мы посмотрели на свой возраст, Я не стесняюсь своего возраста, потому что я чувствую себя не по возрасту. Я человек первой половины прошлого века. Мне 73 года. А мне всего 66. Да, всего лишь. И мы решили все-таки, тем не менее, освоить новый вид работы онлайн. И это было не сейчас, это было в феврале месяце, на одной из встреч лидеров, когда мы посмотрели и послушали, что что делается, это в «Орифлейм», а там такая движуха, а люди-то новые звания закрывают. И вы знаете, мы подумали так, а что-то у нас жизнь стала не такая уж интересная, как-то мы вот остановившись, мы в общем-то даже и остановились в своем развитии, и поэтому мы решили вернуться к активной деятельности. И вот с февраля месяца потихонечку, помаленечку, где-то, честно скажу, со слезами, потому что «Орифлейм», то есть онлайн-бизнес, это не такой простой бизнес, там надо много знать именно методов работы в интернете, работы с интернетом, и мы этому сейчас обучаемся. Я так думаю, мы успешно обучаемся. И слава богу, команда нас тоже поддержала, мы поддерживаем команду. Сегодня мы проводим уже вебинары в онлайн, сегодня у нас чаты есть, в которых мы чатимся и обучаем друг друга. Сегодня у нас есть движение в нашей структуре, это марафон 100 дней на пути к цели. И поэтому все у нас получится. Ребята, и у вас все получится, если вы начнете действовать. А так как мы 7 с лишним лет употребляем wellness, класс, да, и у нас и сегодня песок с нас не сыпется. И можно еще поработать лет 25, как